Урок третий, и он посвящается третьей букве арабского алфавита, букве Т. Буква Т пишется следующим образом. Справа налево на строке и две точки сверху. Это буква Т. Давайте напишем вместе. Справа налево на строке две точки сверху. Буква Т, как вы, наверное, заметили, очень похожа на предыдущую букву Б. Давайте напишем их вместе. Вот у нас буква Т с двумя точками сверху, а вот у нас буква Б с одной точкой внизу. Обе они расположены на строке. Единственным отличием у них является точки, расположение этих точек. У буквы Т две точки наверху, у буквы Б одна точка внизу. Теперь давайте вместе произнесем букву Т. 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 Буква Т – мягкая буква, и не стоит ее произносить твердо, говоря «та» или же «т». Нет, нужно ее произносить мягко. Т. Т. Т.